Отлично! Отлично! Вкусные вы мои! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Метатон, Маппетс, Данил Топ, Серега, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков. Скажите крутые слова. Всем привет! Сегодня у нас будут прятки на корабле, но только все наоборот. Я буду один прятаться, а все остальные должны меня найти и замочить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Посредине океана корабль, на котором есть чужой, и пацанам надо меня найти и уничтожить. И через какое-то время они меня не убьют, я стану просто большим и замочу их. Всех! И кораблем поплыву в другие стороны тоже всех мочить. Ребят, советую, берите автомат или базуки и стреляйте в то место, где он выйдет. Дробаши, дробашом. Да, дробаш. Опа. Говно вонючее. Ну хорошо, хорошо, это была разминка. Я думал, вы будете дольше меня искать. А я топаю себе топ-топ-топ. И все, и проиграешь. Так, все, я заныкался. Возьму ползучего. Он не топает ножками. Так, я какие-то звуки могу издавать? Такой ребят, Димас такой маленький, засранец. Ой, классная нычка, ой, классная. Классная? Да, я прям немножечко заныкался, хорошо так. Красиво. Это, по сути, знаешь, мне чем-то режим Prop Hunt напоминает. Да. Так. Буду отсюда чекать. Но моя цель заразить. Да, если я в кого-то вселюсь, это будет очень печальная история. Это фиаско, братан. Да. По факту. Так, слышу, как кто-то топает. Реально очень хорошо звук распространяется по кораблю. Надо так. Чекать каждый угол. Я уже хочу кушать, мне надо срочно кого-то сожрать. Надейтесь. Ну надо, надо, надо. Надо, ну потерпишь чуть-чуть. Слышали? Не? Нет. Так, я не могу нормально прыгать. А вот это не услышал. Слышал, да? Бегун вонючий. Внимательно. Открываем охоту. Надо Серегу как-то найти и замочить. Ты меня не найдешь. Слышишь, ты откуда? Да блин, он опережение стрельнул, у него этот. Каймбочек, это читы называются. Он скилл в CSGO это... Ну, задрот, я знаю. Бабка Грэнни задрот. Благородный геймер. А, понял. Где ты, Дима? Да я сейчас тебя выслежу, ты не переживай. Убил, красава. Не убил. Не убил? Да как это не убил? Убил. Кого ты убил? Аня, я уполз. Хитрозадый дядя. Нет, все хорошо. Так, наблюдаем. Отлично. Здесь Димы нету. Не, я хожу по карте. А залез, на окно тебя. Залез, так, спрыгнул с окна, иду в окно. Зашел в двери. Так. Бенди вижу какого-то, вышел с дверей. Пошел. Остановился, опять пошел. Так, хожу. Отлично. Никто ничего не понимает, что происходит, но мне это очень нравится. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, Грэнни вижу. Прошла мимо. Так, отлично. Он еще что, не въехал вообще, что происходит? Ого, это было мощно. Рычаги аккуратнее, ребят. Я в этом заглядываю под кровать. На кровати сижу и смотрю. Вверх, вниз, по сторонам. Так. На картофанчиках сижу. Так, смотрю вверх-вниз, да. А, догадался. Я его спалил, что я в нем сижу. Молодец. Убей себе. Да все, уже, молодец. Ой, Эйнштейн. Ну, блин, а!
Да блин, слышь ты! Серега, а ты за папайруса играешь? Да. А, все, я понял. Так, внимательно. Промочили деньги. Все. И замочим еще раз его. Я хочу в Серегу вселиться очень сильно. Кабаку тебе. Отойди. Что такое? Да я не в тебе, что ты мочишь себя? Ну ладно, ладно, ладно. Так, будем мы тут сидеть и чекать. Кого-то надо, а по-любому вселиться в кого-то. Так, вижу Серегу. Слышишь? Я тоже да. Слышу. Ты засранец еще сливаешься с помощью, что тебе фиг увидишь. Отлично, мне нравится. Вот классный ролик, там где Серега сам себя мочит. Это круто очень. Так, о, вот где я буду вас чекать. А я не это могу тут находиться, почему? Это где-то наверху. А, вот тут могу, да? А ты видел, да, меня? Да, ты прыгнул, я тебя увидел, сразу выстрелил туда. Стой! А, Дима не в нас вселился, значит, с кого-то другого. Да ты что, видишь все? Так ты заражен. Стой! Да хватит мочить друг друга! Не я заражен был. А кто? Я знаю кто. Стой, спецназовец, сватовец. Да. Ого, ты раскидываешь всех. Ой, извиняюсь, обстоятельства. Да хватит кишки из жопы выпускать. Да Серега, ты сильно все наблюдаешь. Я такой глазастый. Так, надо сделать по красоте. Я же могу сделать все очень красиво. До этого момента. На. Да я убил его. А, блин, промазал. Нет, он еще не вселился. Так, убил. Меняем тактику. Так, а я не могу, да, здесь? А кого вы стреляете? Его там нету. Так, теперь ищите меня. Попробуйте меня найти. Теперь я буду это делать на крысу. Очень красиво вселяться в кого-то буду. Ждем. Надо главное что сейчас? Выследить кого-то, выждать. А нам главное резко входить в дверные проходы. Чтобы Димас не успел среагировать. Где ты находишься? King of Fire, он в тебя вселился. Да. Нет. Или да. Не. О-о-о-о, видели, какой сальто сделал? В небо улетел. Так, ждем. Ждем жертву. Ребят, проверяйте, если он вас укусил, проверяйте, нету ли вокруг его трупа. Если труп, мочить тебя. Я в одном из вас, вы должны просто выследить, кто это. Нет, ты не вселился, я слышу, как ты топаешь. Да. Да. Внимательно. Все, надо пронюхаться и унюхать его. Так. Да слышь, Я сейчас знаю, что я смогу все-таки как-то по красоте вселиться в одного из вас и прожить максимально долго. У нас на крысу делать все. Ну конечно. Так, я вижу красные лазеры. Слышь, хорошие гранаты бросать. Ого, это было мощно. Ого, мне откидывают взрывами. Не
Ого, там шарами фигачите. Так, а мы здесь... О, тут банька есть, прикольно. Он в бане. Слышь, ты меня самого больше всех убиваешь. Прочитер. Все, 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 так, прекратить взрывы. Прекратить взрывы. Так, Серега, я охочусь за твоей головой. Давай. Я Серегу буду защищать. Давай, давай, защищай. У тебя, надеюсь, получится это сделать. Серега, у тебя личный охранник. Личный? Я даже ушел с того места, Дима. Ладно, я в одном из вас. Хватит врать. Я слышу, как ты топаешь. Нет, я в одном из вас, серьезно говорю. Врешь. 30 секунд, и я вам перевоплощаюсь. 30 секунд отчет идет. Ой. Да блин, догадался, догадался. Все, теперь я говорить не буду, когда вселюсь. Тут, он тут. Слышь? Друг друга! Мне так нравится это. Вот это вы отлитейшн делаете. Да слышишь? Вы чё, сильно глазастые? Сейчас я буду Серёгу как-то охотиться. Не знаю как, но я это сделаю. Я смогу это сделать. Так, я насколько наблюдаю, когда я навожу на Серегу прицел, я вижу, что у него очень много жизни. Это почему? Какие много? У меня 29 хп. А, да? Я так и понял. Я так и понял. Бесконечная череда событий, когда Серега сам себя мочит. Меня эта карта... Меня карта в другое место вообще телепортировала. Да, я мне, короче, что-то надо, видишь, менять, потому что я никогда так не вселюсь ни в кого из вас. Да ну, хорош. Так, теперь чужой должен захватить как-то этот корабль. Я это сделаю. Ого, Серега, ты сам себя вообще не жалеешь. Потому что я услышал хруст, я думал, ты в меня вселился. Так, ждем. Теперь чужой стал очень умный. На, ну что ты не жалеешь себя? Есть! Есть! Ха-ха-ха-ха! Ай! Вселился вот, да. Ого, они мочат друг друга. Мне так это нравится. Извиняюсь, обстоятельства. Он не вселялся ни в кого, он отбрачил. Мочи его. Я считай выселился, вы видели? Есть, да. Теперь я большой. Это точно кобздец. А вот теперь, ребята, а вот теперь мы с вами поговорим. Сейчас я пропишу килл, чтоб я был смертным. И мы с вами пообщаемся. Пошло мясо. Тише, он большой сейчас. Да. Тысячи жизней, буду вас сейчас жрать. Как вы знаете, я сейчас стану такую точку, позицию, где вы будете заходить, я вас буду фигачить. А у кого-то есть, можно его с дробовика убивать? Так, надо бы очень хорошую местность мне выбрать, позицию. Эй, Сережка! Что? Ты где? Рыбака такая. А, не простреливается. А, простреливается. Я думал, сюда шары не залетают. Да меня-то зачем? Да как, с одного раза убили, что ли? Да. Я это вам не прощу никогда. Ну что, пошло? Объедение людей. Обжорство начинается. Сейчас я аннулирую карту, чтобы двери появились, которые мне надо. Так, двери появились. А вот теперь погнали. Ах,
Слышь, двери закрой. Нельзя заходить сюда никому. Двери, говорю, закройте. Да почему шары мне фигачатся 2 раза? Я нашел способ убить его. Да это шары. Круглые, вонючие шары. Все, вот тут будут стоять на крыса. Ля, крыса какой. Сейчас, кто-то будет по-любому здесь проходить, и я его сожру. Через мой вонючий труп. Есть один кушаный. Отойдем, отойдем от краешка. Еще один есть. Я понял, где он. И еще один есть. А быстрее, 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 быстрее. Двери закрываем. Двери закрыли, отлично. Мне нравится, теперь прикольно получается. Сережка, вкусный какой. Двери закрываем, говорю. Ой, как вас тут много, какие вы вкусные. Я набираюсь энергии. Было бы классно, если бы я сюда вас и ставал бы большим размером. Или жизни повеличивались, было бы круто. Ну что вы не жалеете себя, Сережка? Через окно тебя вытащил. Жду, жду. Кто ж из... Откройте дверь. Да не то то. Я вижу, как вы умираете. Ого, вы окно мне оставьте целое. Я рядышком, я недалеко, вы не переживайте. Синяя дверь. Отлично! Отлично! Вкусные вы мои! Говно. Все, я побежал ныкаться. Карта здоровенная, я на нычку. Все, я вас тут буду теперь ждать. В другой части. Отлично, отлично. Все, теперь я не буду залазить в шахту. Смертельная битва. Ах ты. Наконец-то я тебя сожрал. Ты меня столько раз убивал. Хорош уже. Еще отлично, отлично. Ой, какой вкусный. Идет убийца, смотрите. Просто идет. Да, я говно жру. Да все, все, убили вы меня. Так, делаем эксперимент. Серега, я сейчас запрячусь на карте. Очень глубоко в корабле. А ты взорви ядерную бомбу. Да, давай, взрывай. Не, корабль не спас. Мне кажется, даже корабль не спасся. Двери горят. Если вам понравился этот ролик и он вам поднял настроение, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. И посмотри следующий ролик. Delicious.